Третье место на республиканской спартакиаде школьников все лето у команды Могилевской области. Заступили только спортсменов из Минска и Гродненской области. За Могилевской сборной 70 призовых мест. С урочистостью по узнагороджению лепших наши корреспонденты. Команда Могилевской области на протягу многих год традиционно у тройцы призеров спартакиады школьников. Все лето споборничали больше, чем по 20 видах спорта. У 17 из них могилевчане у лидерах. Наибольш поспяхово могилевские школьники выступают у вольной и греко-римской борьбе, боксе, шахматах, мастацкой и спортивной гимнастике, настольном теннисе. На сегодняшний день не решена проблема по игровым видам спорта. И, как правило, мы вот эти виды спорта немножко, конечно, нас каждый год огорчает. А такие виды спорта, как плавание и пулевая стрельба, мы вообще находимся на последнем месте. Вот если нам в ближайшее время удастся улучшить эти виды спорта, то мы всегда будем первыми. Девочки, которые участвовали у нас в команде, уже готовятся на первенство Европы и мира. Уже отобрана в национальную команду. И наши бывшие участницы, вот как Кристина Сазыкина, стала победителем Европы. А также Журавлева Ирина стала третьей на первенстве Европы. Место проведения спартакіяды 2017 вызначено. За звание лепших спортсмены из усёй Беларуси будут змагаться на спортивных пляцовках Могилева и в области. Катерина Балукова, Миколай Соболев, Андрей Чорный. Новини регіон.